А вы видели солнечных зайчиков? Нет? А я их видела. Я раньше не знала, что они есть. Но мама мне их показала. Мы с мамой пошли гулять. Мы гуляли по парку. И тут я увидела кружок на дорожке. О, мамочка, а что это такое? Смотри, смотри! Ого! Это солнечный зайчик. Солнечный зайчик? А почему у него нет ушей, как у зайчиков? Так их просто называют. Солнечные зайчики. А почему? Смотри, доченька, наше солнышко может отражаться в зеркале и на других подобных вещах. Солнышко отскакивает от зеркала и отражается на земле в виде маленького кружочка. Очень часто эти кружочки быстро двигаются, словно зайчики. Поэтому их называют солнечные зайчики. Ух ты! Я хочу поймать этого зайчика! Оп! Стой! Куда ты? Эй, зайчик! Постой! Он скрылся! Где он, мамочка? Не знаю. Видимо, и вправду убежал. О, а я хотела поиграть с ним. О, есть идея. Моя мама достала из сумочки маленькое зеркало. И тут я увидела на дорожке солнечного зайчика. Он словно из зеркала выпрыгнул. О, солнечный зайчик снова здесь. Иди сюда, иди сюда. Я догоню тебя. Я бегу за тобой, бегу, бегу. От меня ты не убежишь. Оп, а где он? Вот он, на тебе, Люся. Ты здесь, ну-ка. Оп, какой же веселый солнечный зайчик. С ними весело играть. Хочешь их поймать? Они тут же убегают. Да, это точно. Ух ты, тут несколько солнечных зайчиков. Я вас поймаю, поймаю. Все-таки интересные они, солнечные зайчики.